Добрый день, люди добрые. Зима, холодно. Нужно супик. Сегодня я решила согревающий супик сделать. Маш, вот я его предварительно на ночь замочила. Отпускаем в бульон. Ну и дам ему провариться, чтобы он, ну, размяк нормально. Размягчился, и добавлю в него туда вот порезанную картошку. Для Таиркиного настроения накрошила его вот такой терочкой. На одной сковородке подружу у меня вот ложка, это куриный жир, снятый с бульона. И здесь это самое лук, моркошка и это томат. Помидорки у меня замороженные вот в виде томата. Вот это у меня пусть подружится на одной сковородке, пока варится картошка. Картошечка проварилась. И теперь неожиданный ингредиент. Вот это замороженный горох. Вообще, Маш варят с рисом. Ну, мы вчера рис ели отварной. Мы его вместо как кашу едим. И поэтому решила так сделать. Не рис делать. И это соли 5 грамм. И вот то, что прожарилось. Вот такой красивый супчик получился. Сейчас он у меня 3 минуты покипит. Я его выключу. Добавлю вот немножко укропа. Я люблю, чтобы суп был как вот... Все, чтобы было аль денте, чтобы все на зубах все ощущалось. Вот сейчас 9 часов. Я его выключу. В 12 мы обедаем. На костном бульоне. Все хорошее, все свеженькое. Все красивое. Суп. Он и в Африке суп. Всего доброго. Дегустацию Таиркину покажу. Заправка салата. Это у меня свекла. Я ее вот через терку и пропарила. В описании дам эту ссылку. Чеснок ползубчика на вот этой терке. Соль. Вот так вот. Без соли тоже нельзя. Вот. Измельчила. Теперь пакет можно выбросить. Сметана. Моя своя домашняя. Можете майонез, можете кто что. Для себя самый любимый. Все. Все. Обед. Дегустатор пришел. Приятного аппетита. Спасибо, Саня. Не станете. Хотя попробуем. Очень вкусный. Очень вкусно. Прекрасный салат. Очень вкусный. Приятного аппетита, кушай. Санечка.